новый день, новые возможности. Поехали. Привет, у меня сегодня важный день. Я иду проходить медкомиссию в иммиграционной службе какой-то. Для тех, кто не знает, я выиграл грин-карту, и этой весной я буду иммигрировать в Америку. Так что ждите влоги из Америки. Буду снимать свою жизнь, как я там буду устраиваться, чем буду заниматься и так дальше. Я почти прибыл по адресу, но еще нужно покрутиться, найти. Так что идем искать контору. То, что меня радует, то, что они взялись в этом году более-менее серьезно за реконструкцию центрального и улицы. Тротуары делают, парковочные места, наконец-то плитка появилась. Так что можно теперь ходить по центру, не сломав ноги. Все, мы почти прибыли. Запарковался в каких-то стрёмных дворах, какие-то гаражи тут. Матрас, где спят бомжи, мусорка, гараж, в котором не надо парковать машину. Не знаю, если внутри они мне разрешат снимать, но мы спрашивать не будем. Вот это здание. Адрес. Все. Если кто-то вдруг выиграет грин-карту, чтобы знали, куда идти. Звоним в домофон и идем дальше. Мобильный. 269. Я имею в виду, если есть. С собой? Оставить? Отключайте. Все, закончил. Меня пощупали, проверили. Сейчас нужно пойти сдать анализы. Мне дали направление в клинику. И 11 числа мне нужно будет уже прийти за результатами. Кстати, камеру у меня там отобрали, телефон отобрали, сказали, все, выключи, забудь, отвяжись от внешнего мира. И все. Поэтому ничего не мог там заснять. Но ничего страшного. Все, я приближаюсь к этой клинике. Вот она. Миграция, да. Паспорт устранен, пригодится, визавиде, фамилию, нотацию, номер. Парнима, паспорт устранен, да? Бюллетену, ну? Авец, паспорт устранен. Иван, да, ну, нам кумин. Запретили мне снимать, как я кровь сдаю. Пробил мне самую здоровую вену, кровь листала, как с кабана. До сих пор не может остановиться. Мне дали вот такую вот баночку, угадайте для чего. Так, кто убирал туалет для меня? Незнакомые фамилии. Все, идем дальше. Есть паспорт. Даю. Все готово. Молодец. Это что за аппарат у тебя? Аппарат? Да. Кого фотографируешь? Никого не фотографирую. А что это означает? Это электронная сигарета. Ой-ё, нахрена она тебе нужна? Извини за выражение. Боже мой. Что сказать?
Știu. Apoi acasă. Să spun, deși porțilele Kelvin, cam dacă e moda și sfat, trebuie și nebuneala asta să-ți strângi sănătatea. Doamne, și mai e când ești cu narcoții, ești cu fumatul ăsta, pe nebuneal de asta. Eh, aș avea o curăș. Da, ca familia? Pavlovska. Пожалуйста. Лицом сюда. Все, я сдал все анализы, теперь мне нужно идти в банк, заплатить. Батарейка, я тосковал по тебе. Видите, надо выйти, остановить. Видите, надо выйти. Он уметает лед, пусть его нас никто не найдет. Мы к кому-то подождем. Все, мы идем в банк, будем оплачивать и за результатами 11 числа. Походу я нашел филиал, который мне нужен. Полчека набегал, пока добрался сюда. Да, наконец. Вот. Обломчик, у них сейчас обед. Ну ладно, подождем. Что делать? Как раз дождь начался. Я победитель по жизни вообще. Мне как повезло, через 2 минуты открылся банк. Первый раз вижу такое, чтобы банк закрывался полностью. То есть обычно закрывается одно окошко, два окошка. Тут весь банк закрылся на обед. Чу. Здоров. А угадайте, куда я пришел? А, не знаете? Вот я вам сейчас покажу. И возле всего этого, смотрите, что я нахожу. Big Tasty! Наверное, солнце бьет в объектив и не так хорошо видно. Но уверяю вас, вид здесь неплохой. Так что те, кто не бывал еще здесь, советую вам прийти. Все, ладно, хорош снимать виды Кишинева. Нужно идти домой. Нужно готовить еду. Нужно тренироваться. Нужно делать кардио. Потому что такими темпами я окончательно зажирею.